Есть одно простое правило. Мальчик отвечает на твои истории, а мужчина твои истории делает. Ну, по-любому. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Есть здесь два трактования, так скажем, рассказа Чаечки. Вариант первый для оленей, да, что мальчик это тот, который не берет ответственность, который ни хрена не делает, не обеспечивает и так далее, да. И есть, в принципе, нормальное человеческое трактование этого всего, да, это тот мужчина, который ее хорошенечко так, чтобы она спиртовала, да, всеми цветами радуги, да, вот такая радуга из сквирта просто была. Ну, извиняюсь за такие метафорические подробности, но тем не менее, ребята, это просто феерически все должно происходить, да, вот это будет для нее мужчина, да, вот это будет ее истории, кайфу, истории ее оргазма, так скажем, да, ребята, вот это вот на самом деле происходит. Ребята, никогда не ведитесь на первую, так скажем, вариацию этих событий. Всегда делайте вторую.